Так, всем привет, друзья. У нас уже 8-й день, по-моему. Я вчера не выпускал видео. По-моему, 8-й день у нас идет. Забираем. У нас новые вехи опять открылись. Ужасные пчелы называются. Так, я вам покажу на примере. Там был вопрос показать на муравейниках, какие есть эти отряды. Давайте так посмотрим. Сейчас я давайте на примере покажу, как расширяется зона. Захватываете канал. И вот видите, чтобы двигаться дальше, надо строить вот такие башенки. Башня Альянса называется. Вот она, видите, по периметру строится. Вот так, хоп. И вы можете двигаться по этой теме. Видите, она как дорожкой строится. Я думаю, кто играл в подобные игры, понимает суть. Как что делать? Такие башенки строятся. Теперь давайте насчет муравейников. Скажу я вам, там жестко. Очень. Так. Вот, муравейники. Четвертый. Вот, третий. Смотрите. У нас здесь 1 080 000 солдат. Ну, защит. Давайте посмотрим на их отряды. Вот у нас носители, например, по 90 тысяч в каждой линии. И генералы смотрим. Паук, Бурчели, Керенгейский этот. Следующий отряд у нас. Бамбук, Паук, Колесный. Тоже носители 10. Потом у нас идут охрана 10. Это Жулик, Флавидус и Пуля. Это ж Пуля, по-моему. Да, по-моему, Пуля. Дальше у нас идет Афоня. Медный, как его, Мимикрия, тоже охрана. Вот такой вот отрядик, вам надо, как я уже говорил, вам дается время, там час, по-моему. Вам нужно убить вот эти 1 080 000 солдат, вот этих всех. И потом снести, вот видите, прочность 30 тысяч. Вот эту прочность снести. За один удар я не знаю, сколько сносится прочности. Пока вам нет возможности глянуть. Давайте четвертый посмотрим. Тут уже пободрее. Тут уже 2 700 000 ранга солдат. Это уже жестко. Так. Первый отряд у нас носители С ранга. Бамбук, паук, колесо. Я не знаю, как это будет сноситься. Но это жестко выглядит. Дальше у нас жулик, флавидус, пуля. Это у нас охрана С ранга. Потом у нас идет опять охрана из ранга. Такой же состав, как там был с десятыми. Афония, мимик и медный этот. Дальше у нас что идет? Луки из ранга. Панцирь, толстокожий и пуля. Нет, это не пуля. И пилот. О, пилот. Везде по 90 тысяч, как я понял, да? Опять. Так, дальше. Панда, зуб, Атрокс. Я не знаю, как это будет пробиваться. Это вообще жестко. Носители опять. Здесь у нас паук донатный. Керенгейский этот донатный. Бурчели. Опять носители. Бамбук, паук, колесо. Жестко, очень жестко. Ну, выглядит это прям нереально жестко. Так, дальше. Это был четвертый у нас. Это уже седьмой. Надо пятый найти. Вот, пятый у нас. Здесь уже вообще вечеринка. 6 миллионов. Прочность, видите, 40 тысяч уже. Я не знаю, куда они столько клепают. Давайте чуть побыстрее буду показывать. Если что, замедляйте. Ну, отряды бомбовые, конечно, здесь стоят. Уже хочется быстрее зайти на этот остров основой. Посмотреть. Мы, кстати, подготовили альянс. Хороший. Так что будем врываться серьезно в остров. Да. Генералы хорошие стоят. Я думаю, это будет очень трудно за час вынести.
Аж самому интересно, что там дальше, если здесь уже 6 миллионов на пятом. Так, шестой, да, нам нужен? Шестой. Вот шестой у нас. 11 миллионов 700, это в два раза больше почти, они гонят, что ли? 50 тысяч прочности уже. Я надеюсь, время тоже будет увеличиваться на захват. Ну это жесть. Уже по 130 тысяч отряды. Так, а у нас сколько в обычном отряде? Если у нас 325 тысяч. Здесь уже даже больше отряды, чем у нас, господи. Я не знаю, как мы это будем выносить, но... Ты ж не один будешь выносить, так что нормально, я думаю. Боевая мощь 6 лямов, это, конечно, жестко. 5,6. И это всего у нас 6. Мне интересно, что там на 9. Лучше на него не будем смотреть, наверное. А то мы потеряемся. Ну, короче, в общем, вы поняли, да, какие генералы стоят. Давайте я 7, 8 посмотрю по-быстрому. Так, чисто по отрядам пробежимся, вот так. Вот здесь уже отрядов очень много. Так, давайте найдем 7. 7. Где-то же я здесь видел 7. Так. 7. Может их не 9? Здесь карта такая неудобная. Так. Что-то я не нахожу 7. Может их нету? Вот 6. Угу. Нашел 7. Лучше бы я его не находил. 20 миллионов 250. Это что вообще за суммы? И 55 прочность. Здесь уже у нас по 150 тысяч. 450 тысяч в одном отряде они гонят. 6,1 миллион боевая мощь. Посмотрите, сколько их здесь. Это нереально просто. Нереально. Так, 8, значит, должен быть. Не может же их быть 7. Так. Нельзя здесь через поиск как-то найти. Город, бассейн, пасти акулы. Господи, вот это название. Страшно на него смотреть даже. Что там за город будет? Бассейн. Бассейн наших слез. Там будет. Когда мы в него зайдем, походу. Что-то я 8 не нахожу. 7 увидел. Так. Вроде же отключал я все уведомления. Да, походу нету здесь поиска такого. Чисто плитки. Так. Ну это жестко. Как мне найти 8? Если он есть. Давайте я поищу. Так, друзья, я нашел. Вот у нас город. 8 это уже город получается. Здесь вообще просто нереальные суммы. Прочность 90 тысяч, 27 миллионов защитников. Отряд также 450 тысяч, 6,1 миллион. Но их просто больше. Это нереально. Жесть просто какая-то. Ну, здание красивое. Так, и 9 у нас. 9 у нас. Вот он. Фруктовый какой-то, фруктовое королевство. 33 миллиона 750 и 100 тысяч прочности. Это что вообще? Это просто забей. Я не знаю, это реально выбить с нашими силами. Наверное, когда S ранги будут, то тогда уже, ну, муравьи. Тогда уже можно будет, наверное. Но спорно все это. Что-то нереально мощно. Еще и за время его захватить. Это жестко. Так. Здесь разные такие здания красивые.
Но они у всех одинаково. 8 уровня 27 миллионов. 9 33, по-моему, сейчас только что смотрели. Так, еще что я хотел сказать. Ну, дерево. Дерево это уже 10 уровень, типа. Здесь вообще 63 миллиона. Это жесть какая-то. И здесь уже 630 войск. В одном отряде 7,9 миллионов. Видите, да, сколько их? Это просто нереально. Так, по наградам вот. Ну, такие себе награды. Но это здесь чисто за дерево, а там дальше в вехах и в этих. Там по-другому чуть-чуть. Там другие награды. Здесь у нас донат, как обычно. Еще я хотел показать вот насчет этих каналов. Их у нас здесь на территории. Вот они, вот такие вот канальчики. Это чтобы вы могли проходить в зоны. Видите, они по периметру вашей территории. Они тоже не очень ватные, я вам скажу. 55 тысяч прочности и отряды тоже 630 тысяч. И тоже их, видите, сколько, 28 миллионов. Все, друзья, пишите в комментариях, какие еще. Пишите в комментариях вопросы, я отвечу на них. Все, всем пока.